Тут какой-то суровый апокалипсис произошел. Какие-то выложенные покрышки в ряд. Еще что-то. В общем, запчасти отмыты по-человечески. Совсем все по-другому выглядит. Нельзя узнать даже ничего. Короче, суровый пока наводит порядок, нашел. Пошли. А вот бачок хороший какой, смотри. На УАЗ? Есть УАЗ. А это что УАЗ? Это М. Колпачок. М. А, М. Залупас М будет, да? Да. М-очная версия, хорошо. А бачок покажи, расширительный. Не, вот смотри, кто. Блин, офигенный вообще. А что же вы мне раньше не дали? Что же вы за люди? Смотри, так давай поставим, там дырявый же у меня, знаете? Так посмотри, какой. Да я вижу, это же оригинальное, наверное, то, что стояло на УАЗе, что мы с тобой пригнали, да? Наверное, смотри, это, наверное, родной, судя по цвету и по тюнингу. Блин, это жесть вообще. Ну, бачок хороший, кстати. Саня, надо поставить. Ну, ладно. Блин, ладно. Пошли. Что-то Саня там еще нашел, мне говорит. Есть покрышечки. А что за покрышки? Где вы их взяли столько? А я просто хочу вывезти. Это что, нужно заблокировать, если колокольчик, они там лежали. Ноутбук есть, да? Тоже продаешь? Так, пошли. Это за корма сурового. Внимание, всем пристегнуться. Я уже навел всем... порядок почти. Смотри, есть турбина, недорого отдам. Сколько? Да за полтора. На залупас подойдет? Нет, это дизель. А руль мне дай лучше. Смотри, какой у меня руль есть, Федя. А вот руль, ё-моё, Саня, блин. Вот руль. Вот это офигеть. Феррари, что там желтое? Не пойму. Деревянный. Да я вижу, не, мне вот этот, можно? Давай. Спасибо, блин, руль на залупас новый. А-а-а, блин, какое счастье, блин. Я просто не могу поверить в этот счастливый день, что этот день настал. Друзья, в общем, руль просто шик. Давай что-то, может, есть еще, может, мотор там есть. Сань, посмотри внизу. Может, есть мотор собранный уже. Деревянный, блин. Так, а деревянный ты не даешь мне? Ладно, я деревянный не очень люблю. А вот это оно. А, блин, одного винта нет. Ну ладно. Вот стартера, но там твоего нет. Ищи, там стартера должны быть. Да есть вот эти 4 штуки. Я тебе твой отдал. Ну дай мне запасной. Вот запасной. Вот запасной лежит. Да ладно, серьезно? Ставрии, да. Так он подойдет? Ну давай, это таврический стартер. Так дай в аренду хотя бы, ладно, запасной. Я тебе аккумулятор у тебя сниму с бахи, свой. Не, аккумулятор я тебе сейчас не отдам, у меня нету. Запасного. Ну тебе фонари, там надо? Давай что-то. На залупазлик? С бэхи. Да все 3-4. Да не, 3-4. Коробка с 50... Какой это? 52-й? Дизель. Где? 51-й. 51-й. Коробка с 51-го мотора. Свети. Вот. Хорошая. Механика, да? Да. А вот какая-то коробка. Это с Audi, да? Квадрик, да. На залупазлик можно поставить, да? Квадрик, да. А вон этот стоит 1.6 Лансер. 1.6 Лансер. Мотор может кому-то... А коляска, ну... Коляска. Коляску, да. Так, ну что, идем. А вот выхлопная на залупас я нашел. Покажешь? А ну, Саня, подвинь, покажи фолловером. Две, да? А, слышь, это на залупас 2. Там уже мотор от Луаза отправляют мне. Человек уже вчера говорил, будет отправлять. Ого! Да не, ну это я не рассчитаюсь, наверное. Это вот так вот. Но это на залупас 2 можно будет ставить. Да, на крышу. Блин, нормально. С двух сторон, да. Но это когда V8, залупас V8, когда будем делать, да, восьмая версия. Когда восьмую версию, короче, залупаса будем делать, тогда уже их. Пока спрячь, чтобы не украли, блин. Туда дальше их задвинь. А он радиатор новый, то не мой, Саня? То не мой радиатор, смотри. Есть тоже с 34 бензинки. Хороший? Крышки. С V8. Короче, за корма сурового. Ну, главное, вот меня, ёханы, успел. Главное, слышишь, меня радует вот этот руль больше всего. Пацаны, идем, может, мотор соберем быстро, или не будем уже? Или сегодня? На. Блок управления. Пиликалки. А вот от руля какая-то переходная, а то не то, да? Клаксон.
Слушайте, а вы тут хостел будете открывать слева, с этой стороны? Я так понимаю, вы полки освобождаете спальные? Четыре китайца могут жить спокойно, да? Это даже не китайцы, тут европейцы влезут по длине спокойно. Сколько длина? Есть рулетка, нет? Померить. Хороший или БУ? Ручка ручника. Надо, давай. Да, ручку надо, кстати. Потому что мы ручку... А. Блин, ладно, в общем, эти раскопки нескончаемы. Идем, я тебе покажу запчасти, что я купил. Так, в общем, друзья, все отмыто идеально. Смотрите, какой коленвал, как новый. Распредвал. Вот то, что меня больше всего беспокоит, это... Наверное, все-таки я токаря подожду на понедельник. Шлифанем мы вот ту шейку. Решетка, решетка. А так это подожди. А, это тоже? Капот. Это с 3/4? Да, у меня 3/4. Широкие ноздри. Говорит, вот новый, диски есть с шинами. Бампер новый, выдушенный с накладками. Не, ну это на залупаз не все подойдет. Вот диски подойдут, вот эти. 3/4 у кого есть, накладочки. 3/4, может, у кого, да. Широкая морда. Пороги. А вон бампер же, да. Да, целый полностью. Пороги на пластиковые накладки, да? Да, новые. Новые. Короче, есть тут по 3/4 запасы, коробочка, радиатор. Узнаешь? Узнаю, это же я тебе. Ты мне давал, но я не поклеил. Не поклеил, не успел. Набор под дерево, когда-то я покупал на свою 3/4. Блин, что тут только не найдешь, Саня. Идем, запчасти покажем и поеду. Давай, я. Щиток на залупазлик. А что за машина? Не, ладно, по-моему. Да не, ну ты че, блин? Ну, ты что вообще? О! Ладно, все, не хочу Volkswagen. Пошли от Таврии у меня. Все от Таврии я поставлю. Что, нашел? О, вот это надо, кстати. А где? Они же у вас тогда лежали, вы мне типа презентовали. Давай я с собой заберу. Это шапочки всем, да? А четвертый где? Три только. Три было, да? Три было, ладно, пойдет. Пыльники. Вот это нашли полезную вещь. Это действительно подходит. Вот они, $70 еще. Это оригинал, видишь? Дай покажу. Покажи упаковочку. Смотрите. Это все оригинал. Есть вот самодельный. Вот фиксатор. Вот разрез. На разрезом вставляется сюда. А было другой стороной, да? Да. Вот рокера вот такие, тоже оригинал. Саня коробку нашел. Ёханый бабай. Не, это Таврия. Смотри. А, это Таврия, слушай. Куча таврических. Это все Таврия. Так это мое все? Да. Это в подарок сегодня? Два мотора тут. Два мотора. Дисциплиния, смотри, нашелся. Оригинал. В хорошем есть, состоянии, подушка, кстати. Есть. Можно вернуть подушка тут. Подушка таврическая. У меня же не стоит такая. Да у меня же такая нету. Распредвал таврический. Короче, что-то тут есть. Что-то есть хорошее здесь, да? Для меня. Прокладка. О, помпа есть, смотри, в хорошем состоянии. Надо в кругосветку я возьму с собой, ладно. Слушай, а что в той коробке, новые пошли или старые? Старые походу. Старые? Маслоприемник. Ну, хороший, оригинал. Да, пацаны. Короче, вы готовились к встрече со мной, я понял. Еще поршня, да. Запасы, нет, дисциплина реально хорошая, смотри, вообще, в идеале, практически. Я немного не понимаю. А ну, посмотри. Я немного не понимаю другой фигни. Смотри, как она заходит да рукой. Сейчас она зайдет, подожди. Что ты не понимаешь? Мы его куда, сюда? Вот сюда мы вдевали его. Ну, вон она задранная вся, видишь, ты, посмотри, какая она должна быть. И она вся задранная, тупо. Сейчас я ближе, давайте покажу. Если она задом наперед стояла, конечно, она будет задрана. Ну да, задом наперед стояла. Она вот так вот стояла, вот четко помню, вот так вот она стояла. У нас вот так стояла? Наверх были, да, вот тут был закручен шпринт. Вот сюда вот я бил, выбивал его в ту сторону. А должно вообще стоять вот, вот так, да, получается? Должно стоять. Вот она, тут отверстие больше. Разрезом сюда вот этим, да, вот так вот отверстием вверх, да, вот так. А у нас записаны же все ходы. У нас же все ходы за... Ханы баба, вон, пожалуйста, руками. Слышь, единственная пружина, к шайбе я не взял, я не знаю, нужны они обязательно. Нет, там целое все. Шайбы целые. Ну, я думаю, да, там такие рокера детали. Новые. Рокера новые. Все. Ой, с этими вот новыми, слышишь, прям. Сальники клапанов новые. С регуляторами новыми. Так все в сборе, да. А 150 гривен штука стоит.
Пиптики я, блин, взял оригинал. Пиптики взял новые тоже. Так можно мотор по-взрослому купить сразу? Можно было купить и мотор, и все, что хочешь, но ничего. Будет и так новый. Ты же знаешь, у нас не остановить, Саня. А ну. Согласен. Смотри, как оно. Ой, как оно работает. Как оно. Ну вот оно и должно так работать. Блин, так и должно. Олег сразу сказал, блин, этот мотор долго не протянет. Ну, у человека опыт большой, у него видел, сколько машин. Вот этот какой. Когда я привез его, какой Олег? У которого много машин. Так а если сразу собрать правильно? Но он, нет, он просто на него посмотрел, как он выглядит, и сказал, что он долго не протянет. После сборки? Да. После сборки? После. В общем... Это к Таврии положим туда. К Таврии. К Таврии запчасти. И в металлолом светлом. Нет, ты что, это надо оставить. Не, ну надо что-то оставить запасные, там пару шатунов может. Какие? На всякий случай. Там? А что там они? В яме будет лежать, тебя ждать. Ну ладно. Ну не надо меня ждать, хорош. Ну, в общем, да. Я думаю, что будет у нас все получше. Так вставляется оно, видите, без напряга вообще. Ну, чуть-чуть есть. Ну то не страшно. Не, ну там оно чуть-чуть-то не критично, да. Меня вот больше, слышишь? Меня больше вот эта шейка меня больше беспокоит. Она там не достает. Вот это загрыз то, что здесь, угу. Вот. Я думал, может, в понедельник тирануть у Серегин в станке. Не надо. Она, получается, стоит. Вот, смотри, постель целая. Не, вот там постель, где она стоит, она вон вот, там. Вот, я показываю, где она стоит. Нет, с той стороны задир. А ну не рассказывай мне, она с этой стороны стоит, здесь распредвал. Нет, оно с той стороны стоит, а, Саня, да. Ага. Задир где? И задир с той стороны, задир, понимаешь? Стороны. Может, почистить как-то их аккуратно? Не, уже там притерся. Притерся уже. Суровый, осторожно, ты без маски. Я хочу просто без маски, на сухую, по-суровому. Не поцарапай ничего. Ну, чуть-чуть лифтит. Ну, чуть-чуть, не критично там. Ну, чуть-чуть лифтит. Масло я привез, смотри, 5W40. Ну, что, здесь заводится уже, смотри. Ну, не три его. Его же нельзя. Ну, сейчас он не будет, без нагрузки. Стружка. Не, ну блин, заводская деталь. Заводская. С грязью, да? Со стружкой. Ну, бывает там стружка, ну промоется. Не... Продуть надо. Так это стружка. Промыть надо. Смотри, так это Саня только что туда пихал его, наверное, оттуда попало. С головы. Заводилец. Так, практически каждый тут. Так, ну в общем. По-человечески соберется все, будет нормально. Да, вот все 8 новых, где 8-й, Саня, 8-й распаковал. 8 новых рокеров, а вот 8-й. Так, ну что, друзья, на сегодня, сейчас еще я краски докуплю, докрасим красиво, чтобы уже было все. На сегодня пока все. Да собрать тут уже недолго будет. Больше подготовки, чем сборки. Цилиндры покрасились чуть-чуть. Я думаю, то протрутся не критично. В общем, залупазлик будет жить. Соберем мы по-человечески мотор в любом случае. Такой, конечно, сюрприз неприятный с головкой. Ну, со всем мотором в общем. Суровый ликвидирует хаос. В общем, до встречи. Всем пока. Подписывайтесь. Скоро поедем уже на залупазлике. Я думаю, на следующей неделе выедем. А? Что, опять что-то нашли мне? Ну, вот, о, еще руль запасной мне. Бэха. Не помню, какая. Не. Говно? Это не бэха. Ну что, это Фольксваген.
моторчик красится. Главное, конечно, не в покраске, но это, я думаю, всем понятно. Но... хотелось бы, чтобы он выглядел как-то по-человечески. Главное, что внутри. Ну, внутри, я думаю, получится все.